намного шире, да, вот способность вот это вот. Вариант. Он же, ты его усиливаешь, то есть есть возможность считать и вернуть, и усилить. Вот еще интересный момент, например, это то, что определенные джи, когда у него открытый, и открытый такой приходит, вот они вдвоем, и он говорит: слушай, я тут такого повстречала интересного человека, и определенный такой: ну-ну, расскажи мне об этом. То есть у них вот такая глубинная ревность, что вот тот еще кого-то любит и как-то по-другому. То есть вот у определенных джи, у них есть какой-то свой способ любить, и он фиксированный. Помните, да, мы говорили, что все центры, которые закрашены, которые определены, они же все фиксированы. То есть вот фиксированные джи, они вот всех любят одинаково. А открытого фуршет. Могу любить так. Могу любить всяк вообще. И вот этого вот, вот с этой стороны, а этого вот в таком вот виде. И оно бесконечно. И вот определенные джи, они это чувствуют, но они никогда в жизни этого не осознают. То есть опять-таки же на личном примере у меня открытый, у моего партнера определен. То есть я ему в жизни никогда ничего не рассказываю, я пробовала. Это, ну... Что-что? Какой он, ты сказала? То есть, все, молчу, понятно, не продолжаю. Вот изначально, да, то есть, прям недавно мы эту ситуацию проживали, и мне досталось, то есть я научилась, опять вспоминая всю теорию дизайна, что у них вот эта ревность, они ее не осознают, они ее не чувствуют, потому что у них вот, опять-таки, фиксация. И поэтому, когда определенные джи проживают это, ну вот вспомните, что вот так оно работает, it's okay, дайте им возможность напитывать свои открытости или напитывайте свои открытости. У каждого опять-таки же свои подарки, ничего тут не переделаешь, только принять.